Режиссер Антон Корбин снял музыкальное видео с Сергеем Полуниным. В нем артист балета танцует под песню «Depeche Mode – In Your Room» среди песчаных дюн на Нидерландском острове. По задумке, танец отображает внутреннюю борьбу артиста как в жизни, так и в мире балета после его ухода из театра на пике возможностей. Видео создано продюсерской компанией и является отрывком из документального фильма о Полунине «Танцовщик 2». Съемки проходили в ноябре 2020 года, когда артисты не могли выступать вживую. Первая часть «Танцовщика» вышла в 2016 году и посвящена стремительному взлету Сергея Полунина, а также его неожиданному уходу из театра. В сиквеле картины расскажут о возвращении артиста в балет.